С наступлением зимы катание на коньках становится популярным видом досуга. Это отличный способ хорошо провести время с друзьями, родными, близкими и в то же время заняться спортом. В субботу на городском стадионе «Юность» своих первых посетителей встречал ледовый каток. Также начал работу пункт проката спортивного инвентаря. Вот и 17 декабря начал функционировать ледовый каток на городском стадионе «Юность». Работает каток у нас с 11 часов утра до 21 часа вечера. Для того, чтобы побывать на катке, можно приобрести необходимый спортивный инвентарь, который пункт проката у нас открыт и функционирует тоже с 11 часов утра до 21 часа вечера в спортивном комплексе «Юность». Стоимость коньков на один час составляет 2 рубля 50 копеек. Для людей, имеющих инвалидность, людей, достигших пенсионного возраста, стоимость коньков один час составляет 2 рубля. Также можно коньки приобрести и на сутки. Сутки для взрослого населения стоят 8 рублей, для людей с инвалидностью, людей пенсионного возраста стоит 6 рублей. Для тех, у кого есть собственные коньки, стоимость ледовой площадки будет составлять 1,50 рубля.